Всем привет! Сейчас раннее утро. Я иду опять на гребаную автобусную остановку, потому что пока машины нет. Сейчас ужасно жарко, и это только утро. Я не представляю, что будет в полдень. Смотрите, ребят, домик кому-то повезли на заказ. Здесь часто очень такое возят. Дома всякие, лодки, корабли, там, если что, может быть, подводную лодочку маленькую. Короче, приехал наконец-то. Опять жарко стало. Все, жесть. Опять сейчас, пока дойду до дома, вспотею раз 200. У всех здесь такие дома, я хренею, конечно. По 3 этажа, здоровые особняки. Смотрите, это местные узбеки, короче, работают. Здесь тоже приезжие работают на стройках и так далее, особенно мексиканцы, латиносы всякие. Вот, короче, это ее домик. Неплохо, да, так? Мне нравятся ее вот эти вот кустики по бокам. Такие цветные, разные фонарики. Ночью, когда заезжаешь, вообще по приколу. Ладно, погнали внутрь. Короче, сейчас у них в подвале технический. Это технический есть подвал. Вот, как вы можете заметить, он живой, у него барабаны здесь. Мы там обычно тусуемся, вот здесь вот все вместе. Когда приходят, там разные друзья, это все. Надо взять телефон. Телефон на зарядке оставил. Ну что за такое? Напасть. Я сейчас хотел, короче, быстро волосы, короче, в порядок перевести, потому что я вспотел, то есть все, еще утром проснулся, ничего, короче, особо не делал. Вроде бы особо ничего не менял, просто зафиксировал волосы, чтобы они там не этот от влажности там не разплетались, если что. Короче, вот Лим опять уже, получается, второй день подряд мы с ним видимся, это очень как-то странно. Сейчас мы будем с ним готовить, ну точнее он будет готовить, а я буду наблюдать, потому что я не хочу готовить. Зачем надо? Он сам вызвался готовить, пусть готовит. Остальные там где-то там наверху лазят, но мне пофиг. Hey, Russell, remember me? Мне даже, по-моему, Russell, говорить ничего не стоит. Michael, в общем, мы сейчас... Russia, в общем, мы сейчас, как я уже сказал, Лием готовит там покушать нам. Мы сейчас сидим, просто тусуемся, уже потянулись все. Это Райан, мы с ней вчера тусили. Это Майкл, вы помните Майкла тоже. И это Ашли. Ну, то есть, это ее дом. Ну, что мы здесь готовим? Бекон, ну, как всегда, классика американская. Actually, wait, do you have Collins, Ashley? Майкл. Вы, наверное, будете меня винить. Вы, наверное, меня будете винить за то, что они учат такое, но. Они сами попросили, отвечаю. That's exactly what I said. How do you know that? Did you say that? No. О боже, что мне рисовало. Короче, Лим косачку нам сейчас приготовил похавать на завтрак. Всем приятного аппетита. Ну, типа, надо же пожелать всем приятного аппетита, да? Короче, какой-то здесь прям туман теперь образовался после того, как мы пожарили бекон. Они его ели с сиропом. И скоро отправимся в кино. Two minutes? Как хорошо на улице. А, меня закрыли. Ну, твою мать, ну что это значит? Что мне делать теперь? О, там окно. Okay, what if we're gone? We gotta go! Не знаю, какого черта надо выходить через подвал. Йоу! 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 Baby, will you come? Ashlyn! Ashlyn! Кстати, я вам говорил по всякие Порши, Феррари в гараже, ну вот. Порш Панамера, офигеть просто. Короче, мы сейчас быстро все разгребаем и... О, thank you! Пожалуйста. Here we go. Понеслось. Опять они поют всякое. О, oh, it's a candy. Mint. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still like in my windpipe. Короче, мы сейчас немножко разделились. Остальные ребята поехали с Ашин, и я поехал с Райан. Райан что-то там достает, короче, у себя, я не знаю. В общем, ладно. Как вы можете заметить, это кинотеатр вроде бы, и сейчас мы пойдем туда. Посмотрим Полтергейст. All right, I'll pay for you. What are you supposed to say? I have enough. We're good. Ah, okay. You wanna pay for me? Not anymore. Мы пришли, да? 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 No. Ребят, посмотрите, кого я встретил. Они все-таки пришли. Короче, мы только что вышли из кинотеатра и посмотрели этот Полтергейст. Мы уже... У меня есть уже небольшой экспириенс. Особо ничего страшного не было. Was it scary? No. 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 Поэтому
такси. Посмотрите, вот посмотрите на это. Ну почему мне вот такое не дарят? Я не понимаю. Где? Как это вообще? Что? Я не... Короче, сейчас подъехали к дому Майкла. Вы помните, наверное, с прошлого влога. Я здесь уже был, здесь это все примерно происходило. И да, я не знаю, там и Майкла машина, между прочим, только что подъехал. Мы сейчас с Ашлен здесь стоим, сидим, точнее, Ashlyn. Ждем. Ашлен. Yeah. Yes, your name, right? That's my name. Oh, here we All go. Right, nice. Самая клевая штука это то, что мы сейчас мимо школы проезжали, туда автобусы эти школьные ехали, и некоторые сейчас в школе, ну, большинство сейчас в школе, а мы, короче, технически прогуливаем, получается. Ну, потому что, как бы, здесь так принято. Нет, она может быть странно звучит, но на самом деле так и есть. What he said. Смотрите примерно, как выглядят эти все дома. Ну, блин, опять же, просто я все равно показываю. Ну, интересно же, запарили. Вам, наверное, интересно, да? Меня там кто-то просил специально. Показывай давай. Вот я и показываю. Взять его за ногу, так поймать и выкинуть нахрен. Там сегодня блинчики кушали, помните, да? Смотрите, рыбки. Йоу, братан, здорово. Они не боятся, знаете, такие, некоторые боятся, когда вот так вот по стеклу долбишь, они такие шугаются, короче. А вот это нет, это наоборот какая-то, за пальцем двигается, смотрите. Смотрите. По приколу. You did change. No, I didn't. You were not wearing that shirt. Yes, he was. Yes, I was. Really? Whole time, Ash. I know you actually was. Короче, мы приехали в замок, сейчас будем играть в гольф и кататься на всяких машинках. Поехали. Ну, в общем, мы зашли уже внутрь, оплатили все и уже начинаем... What? No way! Короче, в общем, погода супер, и сейчас мы играем в мини-гольф. Нормально. Все учатся, а мы играем в мини-гольф. Вау, wow, that was close. До сих пор играем, пипец, конечно, жарко. Поднимаемся по замку, проходим через этот гребаный шатающийся мост, как будто, ну, типа, ух ты, страшно. И на самый верх. Было очень жарко. Мы решили зайти внутрь и купить мороженое. По сути, у нас вообще сил даже улыбаться нету. Они злые, а мне пофиг как-то, я привык. Так, короче, давайте попробуем сыграть в это. Я хочу миньона забрать себе. Легенда гласит, что это почти нереально. Вроде бы как бы вот взял его, да, почти. О, боже, а ты, блядь. Как я тебя ненавижу. А, мы уже, короче, отошли от того места, где мы были, от развлекательного центра. Сейчас мы зашли в Wendy's, как можете заметить. Быстро поедим, короче, и... А, боже мой. Прохладный воздух, как это. Короче, мы сели уже, заказали уже, кто-то ест, ну они едят, я нет еще, я только что в туалете был. Зачем вам это надо знать вообще, я не понимаю. К сожалению, мы едим, да, я ем в таких местах, потому что у меня нету другого выбора. Я надеюсь, то, что у меня все-таки получится записать, когда я ем нормальную еду, человеческую. От которой я не разбухну, как она разбухла. Поели уже, обратно вернулись в этот парк развлечений, где никого вообще нет. Сейчас будем кататься на машинках. Так прикольно, я первый раз катаюсь просто. Ну все, мы, короче, закончили, и сейчас мы едем. Смотрите, что она мне подарила. M&M. Мы приехали домой после долгой поездки, заняло это где-то очень час. Я охренел просто охренел, пока мы доехали сюда. Они немножко ватные. Мне да пофиг, я выносливый, я могу еще хоть целый день тарабанить. Но он, как вы можете заметить, устали. И он тоже устал, но он ушел наверх с ее мамой. Что-то там делать, я не знаю, что там делать, в общем. Так, все ушли наверх, там что-то есть, походу. Ну, они туда ждать пошли еду, а я, короче, здесь балдею. Вот, чтобы вы могли видеть. Но во многих домах там всякие вот такие вот машины, всякие там старинные аркадные автоматы. В общем, это так здорово, даже платить не надо. Просто вот бери и играй, да? Какой кайф мне в детстве доставляла вот сама эта машина, которая находится где-то в торговом развлекательном центре. Ты вот такое наслаждение получаешь, закинуть монетку, играть в это, представляете? А здесь вот пам, и тебе дома, и заиграйся, хоть заиграйся, и гребаный хоккей. В общем, нормально. Видите, да? Вот мяч. Это вряд ли получится. Нет, это что? О чем я вообще надеялся? Смотрите, гребаные мишки Гами, целые контейнеры. У нее еще и джелешки были, тоже целая банка. У меня на инсте фотка есть тоже. А там, смотрите, что? Видите?
У меня скоро батарея сядет. Мне все пишут и пишут. Не останавливается. А я занят немножко. Я вот занимаюсь очень серьезными делами, между прочим. Я мне срать. Да нет, я теперь просто обязан. Да, ты че? Короче. Да блин, они не перестают писать, козлы эти. Я занят, я говорю. Я сейчас серьезными вещами занимаюсь. Я пойду наверх, короче, есть. Наверное, потом бассейн, а потом домой, все, устал, что-то устал, более-менее как-то отдохнул. Hello, I'm Ashlyn again. Here's... Are you ready? I don't know what they're doing. This is my house. This is my house. That's my sister, Karen. I'm making brownies. Brownies. Blah bloosh, blah blee. Ashlyn. Yeah. Впрочем, мы все пошли в бассейн. Бассейн находится вон там. Уже ночь, уже все, сейчас звезды, луна, всякая такая романтическая ерунда. Мы сейчас в машине сидим, кстати, это Марко, вы, наверное, его не знаете. Марко, say hi. Короче, он веселый тоже парнишка, и меня уже подвезли до дома, поэтому мне как бы по сути надо вылазить. Говорим всем пока. Bye guys. Bye, bye guys. See you guys. All right, hopefully we'll see you again. Bye. See you guys. Ну вот это и все. С вами был Войс. Увидимся в новых сериях. Пока.